बरहापीरम नटवरवपुकर्णयोः कर्णिकारं विद्धद्वाजकनकगोपीशं वैजयन्तीं च मालं रन्धानवीनरतरसुधया पूरायणगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्ति वरहापीरं नटवरवपुकर्णयोः कर्णिकारं विद्धद्वाजकनकगोपीशं वैजयन्तीं च मालं रन्धानवीनरतरसुधया पूरायणगोपवृन्दैः विन्द्यारण्यं सपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्ति শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল দ্যার ইজ নাথিং ইন দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ফর হুইচ গুরু বৈষ্ণব ক্যান ফিল অ্যাট্রাকশন শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর сказал что нет ничего в этом мире что бы могло привлекать гуру и вайшнава can feel attraction. Actually, на самом деле, yesterday I was discussing about this вчера я говорил о том, что Шукадев Госвами, он уже был рожденный Парамахамса. Он уже от рождения был Парамахамса, и нет ничего в этом материальном мире, что могло бы привлечь его, Шукадева Госвами. Но все же только и только в этих бесконечных вселенных единственный объект его привлечения — это Бхагаван Шри Кришна. Бхагаван Шри Кришна. Для то, что мы чувствуем притяжение к Шри Кришне, это естественно. Он подобен магниту, он привлекает, он притягивает нас. Но мы не чувствуем влечения к нему. Почему? Из-за майи. И есть покрытие майи. И из-за этого покрытия майи мы не чувствуем притяжение к Кришне, как, например, я уже приводил пример, что если железо, оно заржавело, то оно не магнитится магнитом, поскольку оно есть, это ржавчина. Magnet is quite natural due to Maya. We are not feeling it. But Sukadev Goswami, I told you yesterday, after birth, without any reformation sanskar, Sukadev Goswami. Ну, Шукадев Госвами после рождения, не пройдя не через какие самскар, он сразу отправился в лес. И он не заинтересован даже был взглянуть на то, кто его отец, а кто мать. Просто родившись, он ушел в лес. И я уже говорил, что Ясадев Госвами, он жалел, что он ушел, поскольку Шукадев, он был самой достойной личностью, в которую он, Ясадев Госвами, мог вместить эту расу Бхагаватам, Бхагават-расу. И поэтому он жалел, что он ушел. И после того, как он ушел в лес в Ясадев, он принял решение отправить одного ученика как, ну, для того, чтобы собирать дрова в лесу. Но он сказал ему, что ты просто не надо с ним разговаривать, ты просто собирай дрова и произнеси эту шлоку из Бхагавата.
Ты просто поешь шлоку, вот эту. И вот эти шлоки, они очень важны, они дают нам полное представление о славе Шри Кришны. Вот в этих двух шлоках это все описывается. Первое, она рассказывает о великолепной красоте Шри Кришны, его сварупы. И другая шлока, что Путана, она пришла с ядом в своей груди, чтобы отравить этим отравленным молоком Кришну, но все же Кришна, он дал ей положение кормилицы. И вот сейчас мой вопрос в том, кому поклоняться, кому же можем поклоняться, кого любить, кроме Кришны, есть ли еще такая личность, кого мы можем любить таким образом, только Кришна, Верховный Господь, Нанданадан Шри Кришна. И, несомненно, мы должны любить Кришну и достичь Его, и находиться с Ним вечно. И таким образом, когда ученик Ясадева собирает дрова, он пел эти шлоки из Бхагаватам, то Шокадев услышал и начал искать, кто же это. Продолжай говорить. Ты хочешь узнать больше? Да. Тогда пойдем со мной. И его привели к Ясадеву Госвами, и Ясадев, он получил возможность дать весь нектар Бхагаватам Шукадеву Госвами. Поскольку Шукадев, он был совершенен, он мог принять весь Бхагаватам. И вот сейчас мы получаем этот Бхагаватам через него, иначе это было бы невозможно. И также я говорил вчера, что Шукадев Госвами говорит Бхагаватам. И это Бхагаватам. Так много преданных слушают, и Шукадев Госвами, он был самый дорогой ученик. Шукадева Госвами, он мог, не просто он слышал, он и принял, осознал все. Вот в прославлении Бхагаватам был такой вопрос, почему только для Дандукари колесница снизошла с небес, а Вишнудуты сказали, что да, они, может быть, слушали Харикатху,
так много слушателей, но они не могли принять и осознать все. Они не могли переварить то, что ты говорил. Дандукари, он единственный, кто мог принять, кто слушал с должным вниманием и принял все, что ты говорил, и поэтому колесница с небес только для него. И вот Шукадев говорил Харикатху, и Сутадев, он слушал полностью с неотрывным вниманием. И вот сейчас Сута Госвами говорит Харикатху в Наймишаране перед 60 тысячами преданных. И вот Сутадев Госвами говорит, и когда мы находим на поле боя Курукшетры, Питамаха Бишма лежит. Поскольку он мог умереть согласно своей собственной воле. И вот люди говорят, что там описывается, что есть два... Два времени года, вот один Уттанарайан, то есть если, в общем, если благоприятно, если во время Уттанарайана оставить тело, это очень благоприятно, а Дакшинарайан, если в неблагоприятное время оставить тело, то опять рождаться нужно будет. И вот согласно Бхагаватам, то есть если вы смотрите на это с этой стороны, то это глупо. То есть то, что он ждет благоприятного времени, чтобы оставить тело, разве это хорошо? Разве это правильное суждение? Нет. Поскольку преданные, чистые преданные, когда он оставляет свое тело, в любое время он отправляется на Голоку. И каково же значение этой Уттарайаны? И вот какое же значение этого? Я уже говорил вчера, когда Уттара плакала, звала Кришну, чтобы он спас ее, то Кришна пришел, вошел в чрево Уттары и спас Парикшит Махараджа своей палицы. Now this meaning is very good if we think this way. И вот если думать. Uttaraya garve jasso sayam iti uttaraya. Uttara. Думать так, что Уттара в своем чреве. Is uttara. Uttara. Uttaraya mean uttara. We can mean this way. А то есть объяснить это таким образом можно, что Уттара значит Уттара, то есть та, кто полна преданности бхакти. Сердце Уттары, оно было полно бхакти. И как можно узнать, что она великая преданная? Что если какая-то проблема приходит в вашу жизнь, если вы сразу зовете Кришну, Кришна, помоги мне, спаси меня, то тогда можно сказать, что вы преданы Кришне. Кришне. Вот смотрите, например, Драупади, когда была оскорблена, она думала, что, может быть, Бишма поможет мне, или Дритарашта там, он тоже может помочь мне, или Бхима. И таким образом Драупади, она ждала кого-то. Арджун или Бхим или еще кто-то, и после этого, когда никто не помогал, она
с распростертыми обоими руками начал называть Кришну, Кришна, спаси меня. И тогда Кришна сразу же явился. И после этого Драупади спросила, я так много звала тебя, почему ты не пришел? Как? Вот когда позвала, я сразу пришел. Ты сначала звала Бибишу, потом еще кого-то, потом еще. Но когда ты позвала меня, я сразу же пришел, да, действительно. И Кунти Деви, она звала Кришну. О, Кришна. Но поздно, а Уттарана сразу же, какие-то проблемы приходили к ней, она звала Кришну, она молилась Кришне, и это лучшая сиддханта. Когда бы вы ни находились ни в какой-то проблеме, если вы примете прибежище у Кришны, это лучшее решение в вашей жизни. Но вы зависите от ваших денег, от какого-то влиятельного человека, который может как-то помочь в материальном мире, и поэтому вы не получаете всю милость Кришны. И вот Питамаха Бишма, он не ждал этого времени Уттарайны. Уттарайн значит... То есть можно чуть по-другому понимать. Уттара — это то, в чрево вошел Кришна, когда... В сердце преданного Кришна может отдохнуть. Шаян, значит, вот подобно тому, как Хиранья-Кашипу, если вы хотите объяснить его имя слово в слово, то это не очень хорошо. Хиранья значит золото, Кашипу кровать, постель. И что значит? Но Гурварга объясняет, Вишваначакравати и прочие. Хиранья-Кашипу значит камини канчана. Постель значит камини канчана, золото. И таким образом... То есть имеется в виду, что там, где Кришна может чувствовать себя комфортно в сердце преданного, в котором нет посторонних желаний. И вот Бишма ждал на поле боя Курукшетры, и он ждал там. Он знал, что Кришна должен прийти, чтобы даровать свой даршан мне. И таким образом, когда все Панчапандавы и все их спутники вместе с Кришной, они пошли на Курукшетру, чтобы встретиться с Бишмой, предложить ему свои поклоны. И в то время Питамаха Бишма, он выразил свое горе, он рассказал о своем горе, что очень странно, что вы все получаете так много боли в вашей жизни, хотя сам Кришна с вами. Но так много проблем приходит к вам сначала с вашей матерью. Она осталась одна после того, как ушли пандавы. И потом у нее было 5 детей, они были маленькие. Она пыталась как-то поддерживать вас всех. Она так много страдала. Потом Дхритараштра, он столько проблем вам принес, и как это возможно? Хотя сам Кришна с вами все время. И в то же самое время так много боли к вам приходит. Почему? Я не понимаю. И ответ... Giving straight answer. И вот Бишма отвечает. Сарвам калакритам манне бхаватан чаджадаприям са пало ядавасе локо байорибо ганавали. Сарвам калакритам манне 9th Одхай.
глава 14 шлока. Bhavatam ca yadapriyam sapalo yadvase loko vayoribo ghanavali sarvam kala kritam manne kal. Kal means time. Kal значит время. Sarvam kala kritam manne and kal means Krishna is also. И кал значит Кришна. The, you know, original cause of time, so Krishna is kal. Это причина времени. Kal, то есть, то есть sometime Mahadev also giving response because время это сам Кришна в какой-то в каком-то смысле. Kal means? Kal значит time actually. So время. Sarvam kala kritam manne, flow of time is kal. И вот течение времени зовется этим словом. I think я думаю, что все совершается вечным временем. Все, что случается в вашей жизни с его помощью, и все вынуждены исполнять свои обязанности. Каждый он вынужден исполнять свои обязанности. Это должно быть. Они не могут избавиться от этого. А если они не будут исполнять свои обязанности, они будут сильно наказаны, поскольку и вот то есть Господь дает Варуне и Индре, например, какие-то определенные обязанности. То есть пост полубога, полубога того и того, какой-то конкретной стихии. Агнидев, например, стихия огня заведует по воле Кришны. И все они вынуждены повиноваться времени. Все время в каком настоящее значение слова времени это Кришна, поскольку без него нет никакого смысла. Кришна это изначальная причина всего. И вот те люди, они вынуждены исполнять свои обязанности, они не могут пренебречь ими. And it is very puzzling that Krishna is there with you, who is the Supreme Lord. Я недоумеваю, что тот сам изначальный Верховный Господь, причина всех причин, Он ваш брат. И Он всегда с вами. Приям митрам срухиттама акару сачивам дутам Срохидада Атус Саратим 20. So you see, you think, и вот смотрите, вы думаете, что Кришна это ваш брат. О Панчапандава. Вы думаете, что Кришна ваш брат, но нет, Он Верховный Господь. You engage him to drive your wrath. Вы заняли его в том, чтобы он чтобы он возил вас на повозке, или как почтальона, но он сам Верховный Господь. Ну, смотрите, сколько возможностей вы получили. Это очень странно. И таким образом. Притама Вишва speaking. Бишма говорит. I'm just waiting, you see. Я жду. Притама Вишва waiting. Притама Вишва actually waiting. So that Krishna can Притама Вишва 100% faith that someday today or tomorrow Krishna can come to give darshan to him. И вот Бишма, он знал, что Кришна вскоре придет к нему и дарует свой даршан. So, so deva deva bhagavan pratikshatam kalevaram javodidam hinomi aham prasanna hasarunu lochano ullasa mukhambuja dhyana pato chaturvaja 24.
Са дева дева Бхагаван пратикшатам калеварам жават идам хинами ахам. Till then. И вот до того времени. When? До какого? Till my, you know, до living body. Время, времени оставления моего тела. До тех пор я жду. Поскольку я знаю, что Кришна придет. Са дева дева Бхагаван пратикшатам калеварам жаводин жавод идам хиноми ахам прасанна сарула лочанулла сад мукхам бхужо дхьяна патхо чатур бхужа. Four hands Krishna is just waiting. Krishna. I want actually. Четырех руки Кришна, я жду. I want to meditate on this. Я хочу медитировать на его сварупу. I want to think that Krishna is there standing in front of me. Я хочу, чтобы Кришна был передо мной, и я оставлю тело. So. I expect this, that Krishna could, и вот я надеюсь, что Кришна придет и дарует свой даршан. Я, видя его прекрасную четырехрукую форму, я могу оставить свое, мое тело. И таково мое желание, как Шрила Харидас Тхакур, когда он сказал Махапрабху, о, что Махапрабху спросил, что случилось с тобой, Харидас. Я думаю, что ты уйдешь из этого мира. Но, пожалуйста, благослови меня, чтобы я не видел, как ты уходишь из этого мира. Я хочу уйти из этого мира до тебя. И как? И вот следующий день Махапрабху пришел к Харидас Тхакуру, поскольку Харидас Тхакур, он выразил это желание. Он выразил желание своего сердца: «О Господь, это мое последнее желание. Я хочу оставить свое тело, видя тебя передо мной и приняв твои стопы. Я хочу, чтобы твои стопы были на моей груди. Я хочу смотреть на тебя. Можешь ли ты исполнить мое желание?» И Махапрабху сказал: «Кришна очень милостив». Он не сказал, что я милостив, он сказал, что Кришна очень милостив, может быть, он может исполнить твое желание. И вот на следующий день Чайтанья Махапрабху пришел к Харидасу, а Харидас и спросил, что случилось. Он сказал: «Иди ко мне». Он взял его лотосные стопы к себе на грудь, он смотрел на его, на него. Я оставил свое тело, и Махапрабху начал кричать: «О, сегодня мы видим, видим уход Харидас Тхакура, и в Двапар-югу случилось то же самое. Что с кем с Бишмой? И вот Бишма. В тот же самый день он оставил тело. И вот Харидас Тхакур, он хотел оставить это тело, но оставить тело в конкретный день, и он ушел. И вот мы помним уход Бишмы. И сейчас. И вот Бишма, он видит Кришну, Кришна пришел, чтобы исполнить его последнее желание, и Панчапандавы, все риши и муни, они все ждали. И они приняли решение находиться там до последнего момента, пока Бишма не уйдет, и все риши и муни, они пришли. И вот они находились там до самого последнего момента.
That Pitama Vishwa concentrating his mind onto the lotus feet of Krishna, watching Krishna, the Supreme Lord. But actually, point is that, what is the secret Siddhanta here? И вот они смотрели на Бишму и Верховного Господа, и каково же Сиддханта, Бхагаван Шри Кришна, он Верховный Господь. Юдхиштхир Махарадж, он чувствовал себя очень опечаленным. Он был очень опечален. Он думал, что я ответственный из-за меня. Это случилось, эта битва на поле боя Курукшетры, и тысячи солдат умерли из-за меня, может, они чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то сыновья. Может быть, сейчас они все они погибли, и, скорее всего, я один ответственный за все это сражение. И Юдхиштхир Махарадж, он плакал. И чтобы успокоить Юдхиштхир Махараджа, Кришна, Верховный Господь, его более чем достаточно, но Кришна знает, что Юдхиштхир думает о себе, как о его младшем брате. Когда Кришна пришел к Юдхиштхире, прикоснулся к его стопам и поклонился ему, и то есть он понял, что если я ему что-то скажу, он не примет мои наставления, поскольку он относится ко мне как к своему младшему брату, и поэтому лучше, если мы все вместе пойдем к Бишме, и Бишма даст им наставление. Поскольку Бишма, он любит их всем сердцем, и поэтому Кришна, он взял их всех на поле боя, где Бишма лежал. И вот смотрите, тогда Бишма, он дал совет Юдхиштхир Махараджа, но не только Юдхиштхире. Так много преданных было там Риши и Муни. И Бишма дал такой совет. Но все слушали его. Поскольку вы уже знаете, что Бишма, кто он? Бишма — это Махаджан из 12 Махаджан. Он один из них. И Юдхиштхир Махарадж слушает, он спрашивает. Юдхиштхир спрашивает, Радж-дарма, Самадж-дарма, Стридхарма, Бхагавад-дарма, Стридхарма, что значит, какие же обязанности женщин, как исполнять свои обязанности, как вести свою жизнь. Радж также говорил о политике, о социологии, как поддерживать это царство и что такое Бхагавад-дхарма, он все рассказал непрерывно. И Юдхиштхир Махарадж, он слушал это. И после этого, даже для Бишма он все рассказал очень подробно, какие обязанности саньяси брамачари, что нужно им делать, он все рассказал. И после этого Бишма, он начал воспевать славу Кришны. Ravikara Gaurabaram Baram Dadhani
Бапуралокукулабритананабджам Бхаджая Сакера Тирастуме Анавадья 33. Тивабана Кавалам Тамалаваранам Равикаро Гауравараамбарам Дадани Бапуралокукулабритананабджам Бхаджая Сакера Тирастуме Анавадья. Is the topmost, you know, attraction is Krishna. Tivabana kavanam tamal varnam is like cloud. Krishna, он все привлекающий, он цвета свежего грозового облака. И он носит одежду золотого цвета. Раби means sun. Рабикара значит, Раби значит солнце, Акара лучи. То есть, когда солнце восходит, можно видеть, оно имеет цвет подобно цвету расплавленного золота. И Бапур, его тело Алакатилакам, это украшение какое-то тоже. И Кришна, он самый привлекательный среди всего во всех мирах. И прекрасная гирлянда на его шее, и я... Vijaya Sakhe, who is acting as a friend of Arjun, so I expect Ratirostume Anavadya. So now my request, my mind continuously without any, you know, stopping. И вот мой ум непрерывно без. Мой ум он думает о лотосных стопах Шри Кришны, а Навадья значит непрерывно. Мамо нишита сарир бибиддаманустачи биласат кавачи ясту Кришна атма джудхи турагаражо виддхам рависвак качо лилита само варжа алангкритасе мамо нишита сарир бибиддаманустачи биласат кавачи ясту Кришна атма. Krishna is the super soul. Кришна — это он сверхдуша. 34. And while я видел Кришну на поле боя. Кришна был водителем вашей повозки, колесницы, и вся пыль Курукшетры, она... Когда она поднялась в воздух, она опустилась на Кришну, и она была подобна украшению на теле Кришны, и Кришна стал более прекрасен от этой пыли. И когда он потел, то есть пот он скатывался по этой пыли. И когда лошадь очень быстро бежала, то бежит, то пыль поднимается, и Кришна, она вся попадала на Кришну и украшала его. И вот сейчас... And when I love Krishna, no doubt. Bhishma is speaking. Кришна говорит, я люблю. Бхишма говорит, я люблю Кришну всем сердцем, но он мой противник, и я был вынужден сражаться с ним. Стрелять в него из лука, но что делать, он мой противник. Но иногда, когда даже когда стрелы попадали в Кришну, то кровь, она текла из его тела, а Кришна, я уже говорил,
прежде, что тело Кришны, оно трансцендентно, он хочет просто одурить вас, и поэтому он делает вид, что кровь течет от ран на его теле. Но нечто превосходное, нечто великолепное, я был очень впечатлен, что когда Кришна пообещал, что на поле боя Курукшетра я не буду прикасаться никакому оружию, но я тоже, Бишма говорит, я тоже принял решение, что я Бишма. Но я сделаю так, чтобы ты взял оружие в руки, я обещаю. Я сделаю так, что ты вынужден будешь взять оружие в руки. И Бишма говорил, плакал и возносил свои молитвы Кришне. Он не мог двигаться. Он лежал на стрелах. Но все же своим сердцем, когда Кришна пришел, он в уме принес ему полный распростертый поклон, поскольку физически он не мог двигаться. И еще нечто важное, как было возможно для Бишмы так много говорить, хотя он лежал на стрелах. Много стрел было в его теле. Он истекал кровью, поскольку так много стрел было в нем. А когда Кришна был перед Бишмой своим взглядом, он забрал всю боль. И поэтому Бишма, он чувствовал себя хорошо, и он мог много говорить. Иначе это невозможно говорить в таком состоянии. И вот Бишма говорит дальше. Со нигамам апахайо мат пратигьяхам ритам адикартам авапруто ратхастха дхито ратхо чарно бхагаят чаладгу харирива хантумивам гатуоттарийо. But then, со нигамам апахайо, Кришна promised. И Кришна пообещал. Со нигамам апахайо мат пратигьям ритам адикартам авапруто ратхастха. I promised to make my promise to prove that the promise of my devotee never fails. To prove и вот он говорит, что я, чтобы доказать, что обещание, данное моим преданным, оно всегда исполняется. Поэтому Кришна, он прыгнул вниз с колесницы и взял И взял колесо от колесницы, и он хотел кинуть его в меня, подобно тому, как отец хочет наказать ребенка. И Бишма начал смеяться. Ты смотри, ты нарушил свое обещание, ты взял оружие. Я удачлив в моей миссии. Но Кришна, он... это одно из качеств Кришны. Он исполняет обещания, слова своих преданных. И вот он взял это колесо от колесницы и уже собирался кинуть его. И вот я очень... И вот Бишма...
Он много рассказывал. И Сутадева Госвами говорит, что вот он уже он возносил свои молитвы и Кришне, и он оставил тело. И как он оставил тело, все полубоги с небес они начали осыпать его цветами с Нандаканана, с небесного сада. И вот они принесли цветы с этого божественного сада и начали предлагать ему и возносить ему хвалу джай. И после этого Кришна принял решение отправиться назад в Двараку, поскольку те, кто живут в Двараке, Ядувамша, они тоже преданы, они тоже думают о Кришне, они чувствуют разлуку. И Кришна Кришна, чтобы вести себя как человек, он и он пошел навестить их вместе с Удавой. И И вот спустя долгое время Кришна, он дошел до Двараки. И жители Двараки, они были очень рады, что пришел Кришна, и Сутадева Госвами говорит. To each other is this way. I mean, those father and mother, Krishna paying dandavat to them, those who are equal age friends, embracing, those are low blessing. This way, wives, they are also staying very highly because they cannot come in front of Krishna. Isn't it? And this way, they are actually crying. Когда пришел Двараку, он обнимался с равными, благословил младших. И Куруно мадуно ба ато сухид дикшая татрабду коти пратимаха чано бхаве дравинам бина акшарибо наставачуто. Hey, Ачюто, whenever you go, Ачюто, когда ты уходишь от нас, whenever you go away from us, each and every fraction of second we sing, you know. Мы чувствуем, что нужно ждать миллионы лет, чтобы встретиться снова с тобой. Мы чувствуем разлуку, эта боль разлуки настолько велика, мы не можем ее терпеть. Сухрид значит, когда вы идете встретиться с какими-то родственниками, и вот Кришна так ходил с своим родственником, и они говорили, что мы чувствуем подобно тому, как наше зрение пропало, мы не можем видеть ничего. Акша значит глаза. Мы думаем, что мы слепы в то время, мы не можем ничего видеть. И таким образом Кришна, он выражает свое почтение им, и в то же самое время 12-я часть,
12 глава, там рассказывается, как Парикшит Махарадж родился, хотя я кратко уже говорил. Парикшит Махарадж, он был в чреве Уттары, и так или иначе, он был спасен самим Кришной, и он был самый удачливый. Он видел Кришну, находясь в чреве матери. Парикшит Махарадж, он был в чреве матери, он видел, увидел Кришну, некую великую личность. И он там сражался с этой Брахмастрой. И он был очень удачлив. Он мог видеть Кришну. Он получил даршан Кришны в чреве матери. И всегда. В Бхагаватам можно даже в первой части. Несколько раз говорится, четыре раза или даже больше, они говорят о Парикшите, как о Махабхагавате, те риши муни, эти те, кто составляли гороскоп Парикшит Махараджа, also they are predicting, they are они forecasting. Говорили, они everything. Предсказывали. Они сказали Юдхиштхира Махараджу, что смотри, твой внук, он уникален. Он несравненен. По своей силе он в два раза могущественнее Арджуна. Вот есть два Арджуна, вот как эти, один Картавиджа Арджун, если вы не слышали, я потом о нем буду говорить, он был очень могущественный, и Арджун. Его власть, она была очень велика. Он Дхармарадж, он настолько прекрасен. И твой сын в будущем, он может повелевать своими подданными, подобно отцу. Как отец заботится о своих детях, так и царь должен заботиться о подданных таким же образом. И вот те, кто составлял гороскоп Парикшита, они предсказали очень много прекрасных вещей, кроме одного. То, что он умрет по проклятию Брахмана. То есть, кроме этого, они все предсказали. И вот Икаку был такой царь. В Сурья-вамша. То есть говорили, что он подобно этому царю может заботиться о подданных. Брахманьо сатья сандасчо рамо дасо рутирьятха. Он настолько правдив, подобно Шри Рамачандре. И вот Муни-риши, они прославляли его таким образом и говорили: о царь, ты Махабхагават. И вот 13 глава.
Видура. Gone to он different, you know, pilgrimage, отправился в различные паломничества, поскольку Дурьотхан оскорбил его. Никто не мог потерпеть такого оскорбления, но Видура Махабхагавата, он не чувствовал ничего, не обиделся. Дурьотхан оскорбил Видуру, он сказал, что он сын служанки. Выкиньте его из моего царства. Я не хочу видеть его лица. Он живет здесь. И делает все против нас, пользуется удобствами нашего царства, делая все против нас. Хотя Видура ничем не пользовался, даже Видура даже он не ел даже ничего в доме Дурьотхана. Он ходил просить подаяния, готовил в своем доме и потом опять возвращался и служил дальше. Понимаете? Он очень могущественным был. Он был нашкинчан, но все же он, про него говорили всякую ересь. И вопрос в том, как Видура родился в низкой семье. Как? Он родился как сын служанки, поскольку Мандавья Муни проклял. Раньше был такой Муни. Так или иначе, этот Мандавья Муни проклял. Кого? Видур. Видур был Ямараджи в то время. Ямараджа хотел наказать Мандавью Муни. И Мандавья Муни сказал, что я сделал. Но Мандавья Муни сказал, за что ты хочешь наказать меня? И Дармарадж сказал, ты в детстве one kind of flying, you know, creature. One kind of flying creature in grassover. And especially you can find after rainy season. They are flying. Yeah, very small. Very. So you are giving pain. So you. И вот он, в общем, какое-то насекомое посадил на иголку, но убил какое-то насекомое, и за это тебя наказываю. Но Мандавья сказал, что я был ребенком, я не знал, что делал, но Ямараш сказал, нет, я тебя... Мандавья его проклял за это. Что ты родился как сын служанки. И вот по милости Кришны, Ямарадж, он родился как сын служанки. И продолжительность этого проклятия 100 лет было. И вот Ямарадж, он принял это проклятие. Ты сказал, что это благословение для меня. И таким образом он родился как Видура. Видурджи giving so much advice to Дхритараштра, blind Дхритараштра.
виду, а он дал очень много наставлений Дхритараштре. Мантри – это тот, кто дает наставления, он советник, который живет с царем и дает ему советы, как править. И вот в то время мы получили так много наставлений Видуры. Видура давал очень много наставлений Дхритараштре. Но Дхритараштра, он был слеп, он был настолько слеп. Ну что вы имеете? Что это значит? Слепой, он как бы слепой, но... Слепой Дхритараштра, он был настолько слеп, даже сердце его было слепо, что он, даже в Кали, в Дурьотхане, Дурьотхан — это воплощение Кали, он даже не видел плохого в нем, он так много плохого делал, так много опасного, отвратительного, но... Он не мог видеть, поскольку он был настолько слеп. Если просто слепый, вы не можете видеть глазами, это хорошо. Но если ваше сердце слепо, это гораздо более опасно. И вот смотрите. Но он не принял ничего, и такого его состояние было на Курукшетре, и так много людей померло. И Бишма, и вот это был последний раз, когда Видура, он осознал, что они все помрут очень скоро, и я не буду жить больше в этом царстве. И Дурьотхан оскорбил его: выкиньте его из моего царства. И перед этим Видура решил ночью, что ночью он уйдет из этого царства. И вот ночью Видура, он оставил свое оружие и отправился подобно саньяси. Он больше, чем саньяси, он полностью посвятивший Богу себя душа. И вот он ходил по различным местам паломничества, и никто не понимал, что это Видура. Он даже не мылся, ходил в рваной одежде. Он вел себя как сумасшедший, спал на полу. Он вел себя как сумасшедший, и никто не понимал, что это Видура, та великая личность, но так или иначе, Видура, он вернулся в царство, чтобы благословить Юдхиштхира Махараджа и Дхритараштру. И когда Видура пришел, Юдхиштхир, он узнал об этом, он очень обрадовался. И они побежали, чтобы встретить его, Видуру Махабхагавату. Предложили свои полные распростертые поклоны и начали плакать. Как это возможно для тебя оставить нас и уйти? Ты так любишь нас, и это по твоей милости. Мы остались живы, поскольку Дурьотхан хотел сжечь нас в нашем доме. Но так или иначе, по твоей милости,
мы живы до сих пор, ты защищаешь нас, ты так любишь нас, но как ты смог оставить нас и уйти? И вот он плакал, но и Видура пришел, чтобы спасти Дхритараштру. И вот после долгого обсуждения между Юдхиштхирой и Видурой, Юдхиштхира и вот после этого Видура, он зашел в дом Дхритараштры, поскольку Панчапандавы, Гандхарима, но они жили там, в его царстве, и он относился к ним как к отцу и матери. И вот Видура, когда пришел, зашел в комнату Дхритараштры и начал говорить. Очень жестко, чтобы он смог отречься. И как это возможно? О Дхритараштра, о мой старший брат, как возможно для тебя пить воду и есть еду здесь, в доме Панчапандавов, в то время как ты пытался убить их несколько раз? Тебе не стыдно? Ты хотел обмануть их, ты хотел убить их. И сейчас ты ешь в их доме, в доме Бхимы. И ты подобно собаке. Ты ешь в их доме, как тебе не стыдно. Тебе не стыдно? Ты не помнишь, как ты относился к ним? И Дхритараштре стало стыдно. И тогда он осознал, и Дхритараштра принял решение оставить это место и стремиться к своему вечному благу. И но ночью, ничего не сказав никому, Дхритараштра оставил это царство, и Гандхари, его жена, она пошла за ним, они пошли на север. На Гималае. И там, где разделяется Ганга на несколько потоков, они построили какой-то шалаш из этих шалаш из веток, и в этом шалаше Дхритараштра начал медитировать на Брахму, и после этого и что случилось после этого? Йоги, они начали и вот, в общем, он погрузился в медитацию, и и он сжег себя в этом, в йогическом огне,
вместе с Кисим, с Шалашем. И таким образом он оставил свое тело. И Гандхари, его жена, она тоже сожгла себя в этом огне. И в то самое время с утра, было такое правило, что царь Юдхиштхира, он выражал свое почтение старшим, он поклонялся Верховному Господу, раздавал пожертвования разным браманам, вайшнавам, но его такая жизнь повседневная была. Yudhishthira Maharaj. So usually he has done everything, and after morning time, и вот с утра они, когда он пошел в комнату Дхритараштры и Гандхари, чтобы поклониться им, он увидел, что никого нет. Sanjay was there to help. Sanjay был там. Это Гавалга Муни, а его сын Санджай. В Гите его имя также есть, Санджай Вача. Санджай, он на поле битвы Курукшетру, он мог видеть то, что происходит, и рассказывал. То есть обладал таким ясновидением. И вот Санджай, он не мог ничего видеть. Не мог ничего сказать. Юдхиштхира спросил у Санджая, где же, где Гандхары, вот где они. Я не могу видеть их. Утром я пришел и вижу, что никого нет, они куда-то ушли. Как? Ты не можешь сказать. Они слепы, куда они вообще пойдут? Куда ушли? Может, я совершил какое-то оскорбление или еще что-то, что они обиделись и ушли, утопились в Ганге. О Господь, куда же они ушли? Они искали везде, и нигде нету. И Юдхиштхира Махарадж начал плакать. О, Питрибха! О Дхритараштра, куда же вы ушли? Никто не знал. И тем временем Нарада снизошел с небес. И в то же самое время Юдхиштхира Махарадж, он провел ему пуджу, посадил на асану и спрашивает, Нарада спрашивает, что случилось. Я сказал, что моя мать ушла. То есть я не могу идти, найти Дхритараштру и Гандхари. И Нарада говорит: о царь. 40. Нарадувачо, ма канчана сучо раджан жадисвара васам ягат локаха са пала ясеме ваханти балимишитам. Actually, those are Lokpal, those are giving different department to in this universe. Завидуют различными стихиями в этом мире, они тоже подчиняются Кришне, и ты думаешь, что этот мир под твоим контролем. Почему же ты плачешь? Не плачь, не волнуйся. The whole world, universe, infinite весь мир, вся Вселенная, она контролируется этой Божественной Личностью. Почему же ты плачешь, ты не знаешь, что те, кто отвечают за различные стихии, как Варун, Индра, например,
Паван, Агнидев, они заботятся об этом. Но они не свободны, каждый шаг они вынуждены следовать воле Верховного Господа. Баханти Бали Мишитум 41. Like you know, bull. Подобно тому, как бык, у которого в носу кольцо, и если его... He's the president of India, but puppet on a chain. He's dancing according to the gesture. Если хозяин его ведет за веревку, привязанную к этому кольцу в носу, и также бык идет, и в английском есть пословица, как это... Ну, типа это куклы на веревочках, что дергают за веревочки, эта кукла вынуждена прыгать, как, например, президент, он ничего не может сделать, он должен подчиняться там всем, кто на него давит. И также он говорит, ты гьяни, ты чего ж ты волнуешься? Кало кармо гунадхино дихоям панчо бхотикаха катхам аньянсту гупает сарпаграсто ятхапарам. How one people can protect another? Husband can protect wife? Как кто-то может кого-то защитить? Может ли муж защитить жену? Почему тогда умер он тогда? Или муж может думать, что жена его защитит? А мать может думать, что она сможет защитить своего ребенка, но нет. У вас нет контроля над судьбой, над вечным временем. И вы ничего не сможете сделать. Все страдают согласно своим прошлым действием. И кто ты, чтобы контролировать этот мир? Это тело, оно состоит из пяти элементов. Ты знаешь, что что все в этом мире они подобны полумертвые, подобно добыче, находящейся в пасти змеи. А что такое змея? Змея – это вечное время. Змея в форме вечного времени, она уже наполовину съела нас. Не полностью, а наполовину проглотила. Я видел достаточно давно в нашем храме. Ночью смотрю, змея большая. Она лягушку ела, но не смогла проглотить и ждала. А эта лягушка ничего не могла сказать, она застряла в горле змеи. Но мне... Ну, я смотрел, что там происходит, и вот эта лягушка была наполовину проглочена уже змеей. И вот такая ситуация в этом материальном мире, никто не может никого защитить. И таким образом все беспомощны. Everybody helpless.
Nobody is there to control you. Нет никого, кто бы мог помочь вам. Только гуру, чистые Гуру Вайшнава и Верховный Господь, они могут защитить вас. И вот после этого Юдхиштхира Махарадж принял решение отправить Арджуну узнать, что случилось с Кришной, поскольку Кришны не было долгое время. И вот Арджун, он ушел. И долгое время Арджуна не было. Юдхиштхира Махарадж начал плакать, думать, что случилось. Арджун ушел долгое время назад, но почему? И после этого он ждал очень долго. Юдхиштхира Махарадж увидел какие-то неблагоприятные признаки. Шакал и выл, кошка тоже выла. Не было таких знаков раньше. И моя левая рука трясется, и глаз левый моргает. Почему? Это плохие признаки. Ну, Арджуна ушел очень давно. Наверное, что-то случилось с ним. И вот я... Я беспокоюсь, и тем временем он увидел. Что Арджун вернулся, но Арджун он не был в нормальном состоянии. И Арджун поклонился ему и начал плакать. Что же случилось? О, Арджун, что случилось? Почему ты плачешь? Но не мог ответить. Он плакал и плакал. Что случилось? Почему же ты плачешь? Какую-то ошибку я совершил? Или ты? Они довольны там, в Двараке. Говори, что случилось. И вот Арджуна, он сдерживал свои эмоции и начал рассказывать. О, царь, мы потеряли Кришну, нашего единственного друга. Я потерял моего единственного друга Кришну. Дево висмапанам маха. I got power from Krishna. That's why everybody says, speaking. Я получил силу от Кришны, и поэтому все говорят, что Арджун, он всемогущий, но эта сила была дана Кришной. Но я это осознал, и сейчас Кришна забрал мою силу, и по дороге меня победили какие-то лесники. Как ты даже победил Бишму Карну? Даже Махадев был очень доволен твоей воинственностью, а тут какие-то эти... Ну, простые люди тебя победили. То есть Кришна забрал силу у него. You know, I got same chair. I got same chair with Indra. Indra sitting in his own chair, singhasan. But Indra allowing me to sit. You know, hey, you sit here. Indra. Because Arjuna is the son of Indra. Nobody knows. Даже Индра позволил мне сидеть на своем троне. This way, you see. И таким образом. То есть Арджуна — это сын Индры, но никто не знает об этом. И вот... Когда Кришна оставил меня в часть,
я сразу же осознал, что все бесполезно, я не чувствую никакого радости в этом мире. Ясо ханабиоге налоко хи априя даршано окатхенар хито хиеса мртако прачате. I find everything useless. Я вижу, что все бесполезно, и я не чувствую вкуса ни к чему. I'm, you know, it's really puzzling. Krishna is just like my friend. И Кришна, он был подобно моему. Подобен моему другу, он Верховный Господь, но он ел вместе со мной с одной тарелки. Мы спали вместе, говорили, шутили подобно друзьям. So, Arjun speaking. И вот Арджун говорит. Санатано викаттано бхожана дишу вайкат паясритаванити випралабдья шакшу сакхево питриваттанаяса сарвам сихе маханамахитая кумате рагамме. 19. Ритаван ити випралабдха, випралабдха, шакшу сакхева питриват танесва сарвам сехе махану махитая кумате рагамме. Actually, I have no brain. I couldn't realize the Supreme Lord. Я не мог осознать, что он Верховный Господь, и только сейчас я иногда, иногда даже сражался с ним, спорил. Actually, all jodu destiny gone. И также, yes. Смотри, все яду, они все ушли. Как? Мы потеряли Кришну и Баларама, не только их, но также все династии яду. Всего 4 или 5 их осталось. Как? Вот. Он рассказал, что по милости Кришны они начали драться друг с другом в правас кшетри, я не знаю почему. Это йога-майя организовала все. Это не Махамайя, а йога-майя. Будьте внимательны. Иначе это невозможно для Яду. Они родились, те, кто родились в династии Яду, для них невозможно сражаться друг с другом. Шри Чайтанья Махапрабху дает нам наставление по этому поводу, что Шри Чайтанья Махапрабху он дает наставление. Санатани. Санатан Госвами, to Санатан Госвами, Чайтанья Махапрабху giving instruction. О, Санатан! О, Санатан! This Jadubhamsa fighting everything, Яду, которые сражаются между собой. And Mahishi Aran, all the wives of Krishna adopted by those tribal men. Mahishi Aran. All actually magic spell of Yogamaya, not Mahamaya. Это все организовано Йогамайей, а не Махамайей. О, Санатан, будь внимателен. It is not actual. Siddhanta is very secret. Siddhanta is there. Какого Сиддханта в этом? Кто говорит? Шри Чайтанья Махапрабху, сам Шри Чайтанья Махапрабху. So, и вот Арджуна говорит, о, king, о, Rajan, о царь, they are fighting with each other in Kumbhaskhetra, and they all gone, only 4 and 5 left. Really? Они, так они убили друг друга в этой, там в Кумбхаскхетре, и только 4 или 5 их осталось. This way actually, you see, leaving everything, оставив все. After hearing the disappearance of Krishna, после того, как он узнал, что Кришна ушел, Юдхиштхира Махарадж, он чувствовал strong detachment. Он непривязанность.
разлуку. Юдхиштхира Махараджа не хотел больше жить в этом мире. Даже все Панчапандавы Кунти, поскольку Кунти, она слышала все. Она была там рядом и слышала. И Драупади, поскольку Панчапандавы, они ушли. Юдхиштхира Махараджа ушел Юдхиштхир, они все ушли, Махапрастхан. И Сиддханта насчет этого, какова Махапрастхан значит. Махапрастхан, люди понимают, как отправиться в рай, на небеса. Поскольку Юдхиштхир Махарадж, он воплощение Ямараджа. Бхим, он воплощение Ваюдева, Паванадева. Арджун, он воплощение Индра Махараджа. По милости Сваргараджа. Накулы Сахадев, они родились по милости Ашвини Кумара. Они, как сказать, доктора, райские доктора, аюрведические. И таким образом, внешне можно найти, что все они в Махапрастхан отправились, но нет. Они все вечные спутники Кришны, но они пока сделали вид, что они пошли в Махапрастхан. И каково же Сиддханта в этом? Та часть, та часть от Ямараджа, она отправилась на небеса, а остальная его часть на духовный мир. И вот так они все ушли, и Парикшит Махарадж. И вот перед тем, как уйти, он оставил свой трон Парикшит Махараджа. И вот Парикшит Махарадж, он заботится об этом царстве. И однажды внезапно он увидел корову и быка. Корову и быка. So, dharma shar and gomata. And one man is just like him. И один человек, он был похож на он был шудрой, но был одет как царь и бил корову. И Парикшит Махарадж разгневался: кто ты? В моем царстве ты причиняешь боль корове и быку, отцу и матери, кто ты? Я убью тебя. И после этого он решил, он вытащил свой меч. И в то же самое время он настолько могуществен, и этот Кали, он припал к его стопам и сказал, что совершил ошибку, прости меня, кто ты? И он сказал, что я Кали. Ты Кали, у тебя нет права жить в моем царстве, пошел вон, иначе я убью тебя. Нет, не убивай. Пожалуйста, поскольку я предался тебе, у тебя есть твоя обязанность защищать меня, но ты не можешь жить в моем царстве. Уходи, поскольку в моем царстве все поклоняются Кришне, они любят Кришну, и у тебя нет права находиться здесь. О царь, куда бы я ни шел, куда же мне идти, куда я ни смотрю, везде твое царство во всем мире. Нет, никуда. Куда я мог пойти, пожалуйста, позволь мне
некие места, где я могу находиться под твоим руководством. И вот после этого и вот Притхиви и Дхарма, они говорили между собой, и Парикшит Махарадж, он осознал, что это Гомата, это корова, это Притхиви Деви. И в Ведах, и вот я по милости Силы Прабхупады, Силы Бхактивинода Такур, я написал корову, вот, на, книгу насчет коров Четана Джагару называется. И вот эта книга, посвященная защите коров. And in Hindi, Chetana ka Jagaran. And English also, I'm, you know, going on this job. This way you see. И таким образом. Gomata in Veda it is written. Gomata в Ведах говорится. Is a sarupa prithivima. Gomata это форма земли Притхиви. Prithivima. Или Камакха Деви, Притхивима. Как Камакха Деви тоже Притхивима, но никто не знает. Камакха Деви, Притхивима. So, you see, Притхиви, and Гомата. И вот это Гомата. Гомата is a symbol of это символ земли. It's written there. All demigods и все полубоги находятся в ней, в корове, не только все полубоги, даже Кришна. Кришна говорит. Беда бачанам ми беда, you know, Veda is my, you know, speech. Veda – это моя речь. Veda is my speech. And those vipra, vipra mukham. Vipra. Vipra, brahman, they are my mouth. Brahman – они мои уста. Veda me bachanam vipra. Veda me bachanam vipra mukham gavahus tanur mamo. Гаваха, мане брахман, гомата is my body. Корова это мое тело. Ангани юям деваха, ангани мене all limbs. Is you demigod. А полубоги они мои органы. This way Krishna органы чувств и таким образом Кришна в Гарбхасамхите объясняет. Parikshit Maharaj cannot allow anybody. И Парикшит Махарадж не мог позволить никому издеваться над коровами. Бришам, бришам, мридал дхавалам, бришам, бача бришам, мридал дхавалам, мянтива вибхатам, бепамана падайкена сидантьям суддутаритам. 17th chapter. И вот 17th chapter. Гомитун. Many pair, ox and cow, father вот, and mother pair, and the Grisha, the ox is very white, you know, Mrinal Dhavalam, были там, and he is passing stool, and, you know, и вот этот бык белого цвета, он стоял на одной ноге, три ноги ему уже отрубили, но он на одной стоял. И дрожал от страха. И вначале, как это случилось? Парикшит Махарадж не понял, кто ты. И после того, как он поговорил, он осознал, теперь я понял, что ты Дхарма. Ты Дхарма.
И смотри, три ноги у тебя уже нет, ты, они олицетворяют собой четыре столпа дхармы. Тапа уже ушла. Кто может совершать аскезы? Люди настолько бедны, настолько слабы. Шоуча значит чистота, мы не можем поддерживать чистоту. Дая, милость, сострадание, ее тоже нет в этом материальном мире, все без жестоки. Никого нет милости, даже саду, они тоже теряют это качество. И поэтому в различных местах описывается. They're taking the chair of a big, you know, big asana. Dharmam bhakshanti adharmagya ahirudo uttam asanam. Bhagavata bolche. In Bhagavatam. Dharmam bhakshanti adharmagya. Adharmagya. Dharmam bhakshanti adharmagya. Ahirudo uttam asanam. Those who are not doing, not knowing anything about dharma, те, they are, не знают ничего о дхарме, они обманывают людей, они обычно наставляют людей, люди верят им. Это описывается там в Бхагаватам, что слушают обманщиков в основном. They are speaking very nice thing advice. We are not following his own life. He follow his life. То есть мы видим, что те, кто дает какие-то наставления, они только говорят, но сами не следуют. Можете проверить, посмотреть на их жизнь. All three legs gone. Now only one leg. И вот это стоял на одной ноге, но никто не хочет принять прибежище там. Это сатья. Если вы оставите сатью, то все, что случится, почему это кого бык плакал? Что это Притхви Деви или Гомата, или мать корова? Корова, она говорила, что это Шудра. Эти люди с демоническим характером, ракшасы, они хотят наслаждаться мною. Они обманывают, они хотят наслаждаться моим телом, и я поэтому плачу. Но все равно никто не хочет следовать этому. И вот узнав про все, Парикшит Махарадж, он вытащил меч, чтобы убить его. Для Кали, для он хотел убить Кали. Но в то же самое время он, этот Калли, он очень умен был, он попросил о помиловании. Но все же ты не можешь здесь находиться, уходи. И куда же идти? Куда бы я ни пошел, весь мир — это твое царство. И дай мне место, где я могу находиться. И Сутадев Госвами говорит: Okay, Parikshit Maharaj is very merciful and grant. Because Parikshit Maharaj, он был очень умен. Parikshit Maharaj. Sarango eva sarbhu. About Parikshit Maharaj is written. Parikshit Maharaj, же эти мудрецы говорят.
Почему Парикшит Махарадж не убил Кали? Парикшит Махарадж, он Махабхагавата. Он принял решение не убивать Кали. Почему? Поскольку есть преимущество в этой Кали-юге. Только если вы совершаете санкиртан всем своим сердцем, вы можете избавиться от всех проблем и достичь Голоки, но все же мы не делаем этого. Делаете ли вы это? Это очень неплохо, это наша неудача. И вот сейчас, смотрите, Парикшит Махарадж, он хотел убить его, но не убил, поскольку саранга — это пчела, которая берет мед из цветка и не беспокоит цветок. И из Кали он лучше хотел забрать. И что это? Что у нее в Кали-юге есть такое превосходное качество. Ни в каких других югах этого нет, что совершая киртан может достичь Верховного Господа. И он сказал, что какое-то отношение имеет ко мне для преданных, это не проблема. А непреданные, они все равно испытывают проблемы. И вот поскольку саду, они не чувствуют никаких беспокойств от Кали. Вчера я говорил вот эту шлоку. Бача сатья бхуситам каям парахитам ясю калихи тасю каротиким. What Kali can do? Что Кали может сделать? What problem can they? Nothing. Ничего. Yesterday I discussed this point. So this way you see. И вот. Саранга юга сарабхук. This king is very, very, you know, clever. Этот царь был очень умен, и он решил не убивать Кали, пускай она живет. Anyway, так или иначе, те, кто не совершают баджан, те, кто не саду, они всегда получают проблемы согласно своим поступкам. И что делать? Это хорошо, пускай Кали живет, и поэтому он не убил его. И вот Парикшит Махарадж, он дал 4 места Кали и Сутадев Госвами говорит, когда его попросили, Парикшит Махарадж дал 4 места Кали. Дутам — это азартные игры, панам — это одурманивающие вещества, наркотики, одурманивающие вещества, панам называются, как на санскрите и хинди. Дума панам. Но в английском это курение называется. Но в Бенгалии, в санскрите и хинди дума пан называется. В санскрите более все великолепно, более все. Useless. If I write Kamal, K-A-M-A-L, if I say Kamala, Kamal, if I say, also, is useless language. So better you learn Sanskrit. In the whole world, very shortly, all over this world, Sanskrit language going to take place.
Санскрит – это лучший из языков. Даже есть такое предсказание, что санскрит станет мировым языком. Даже вот из исследователей из НАСА они нашли, что для компьютеров санскрит идеально подходит. All, you know, parts of world, and together with which this world is built up, we will have to speak all. Kurukshetra. И вот, например, на санскрите слово Курукшетра надо говорить так, как оно написано. И вот в компьютерных системах тоже ученые приходят к выводу, что лучше санскрита ничего нету. А сейчас засели английского, но в будущем, через 7 поколений, санскрит будет доминирующим языком. И поэтому изучайте санскрит. Бхагават Бхаджан настолько блаженен, почему вы чувствуете сон или еще что-то. Должно быть много энергии, много блаженства у вас. Почему? So bhartito stada tasmai stanani kalaye dadu dutam panam striyaha suna yatra dharmo chaturvidaha. Four kind of adharma. И вот четыре вида адхарма. Four kind of adharma. Dutam in gambling. Dutam, значит, это азартные игры. In the sports you can find me putting 10,000 rupees I put on this horse. Bet 10,000 bet in horse. Ну, чем различные виды азартных игр, ставки. Ну, в Бенгале, видно, что люди там день и ночь играют в карты, ничего не делают, только занимаются игрой в карты. И что же они от этого получат? Просто глупцы. Actually, you see, this way they are wasting their time. И вот таким образом они теряют свое время. Dutam, panam, dutam in all gambling, card playing, everything, whatever you do is one kind of gambling. Panam means, you see, Panam значит. Everything. Pan means what you are enjoying. То, чем вы наслаждаетесь, всякие одурманивающие вещества. Beat, you know, cigar. Maybe it is in the form of wine. Форме, maybe the fatal leaf, pan, in different forms. Ну, различные виды наркотиков, слабых, сильных и прочих женщин. То есть не дживхимса. Суна дживхимса. Не убивать живых существ. Кали, оно присутствует в этих местах. Только здесь будет, и здесь будет нигде больше. Но Кали сказал, что очень мало места. Я хочу еще. И Кали начала плакать, что слишком мало, не могу вместиться в этих местах. Есть еще, дай что-то. И вот Кали просил снова и снова, и Парикшит сказал, еще могу тебе дать место, но не больше этого. Золото. Поскольку золото, все проблемы, они приходят с золотом. Вы можете проверить. Однажды. This example, we Gaudiya Math from Gaudiya Math not giving. But still I am bound я to give you. You can understand this point. Чтобы вы поняли, one, почему. One sadhu. Был один саду. Он не с Гауди Матха, а с другой сампрадай. Он осознал. У него был сын. Они просили, ходили по дайне.
и нашли четыре золотых монеты лежат под деревом. И сын сказал: «О, отец, смотри, четыре золотых монеты, мы можем взять их?» «Нет, мы совершаем баджан, мы не можем их взять. Это Кали». И сын сказал: «Кали, почему? Никто, никого нет, никто не смотрит. Нет, это Кали, не прикасайся. Ты хочешь увидеть магию? Смотри». И вот они отошли и смотрели на то место, где лежат четыре золотых монеты. Вот они, в общем, совершали баджан и смотрели. И вот два друга пришло. Они увидели четыре золотых монеты. Он сказал: «Можем взять их, поровну поделить, но смотри». Но потом они начали спорить насчет этих монет. И вот отец сказал: «Смотри, так Кали, видишь, они ругаются. У них они друзья были всю жизнь, и тут они убили друг друга из этих монет». И таким образом обычные люди, они очень жадные до золота. И вот женщины, можно видеть, они, особенно в Индии, они стремятся накопить как можно больше золотых украшений, потому что они даже не могут носить их, но будут хранить у себя в сундуке. И вот когда... И вот когда мать умирает, и потом дочка или еще какие-то родственники получают это в наследство, они даже часто не могут их носить, но просто хранят. Вот был бриллиант самый большой в мире, его все британцы забрали из Индии. Prithivima world means this Prithivima laughing mother. Only they are changing their mood. If the whole world is destroyed, who is going to get the ownership of that? You know. Anywhere in any part of this world, any property is there. All. Вся собственность, все богатство в этом мире, оно все Кришне принадлежит. А мы зависим от каких-то денег в банке, думаем, что деньги могут спасти нас. А саду, они имеют гораздо больше, чем деньги. Но деньги не могут спасти нас, но так или иначе. Тато анритам мадам кямам раджо вайран чапанчамам. Anyway, when gold is there, the place where approved, you can stay there, and automatically lie. И вот где золото, там ложь, беспокойство, вожделение, вражда и все, все остальное, оно связано с золотом. Амуни панчастанани хи адхарма прабхавакали хи оттарена датьяни навасаттан нидрешаки. In this five places, a very relaxed way, Kali now staying under the border of Parikshit Maharaj. Вот Кали в этих пяти местах по приказу Парикшит Махараджа находится. Now, и вот смотрите, Шанакади Риши спрашивает Сута Госвами, почему Парикшит Махарадж оставил все богатство и отправился на берег Ганги. Почему? That king somehow got some cards.
И вот этот царь, он был проклят Сутадев Госвами, говорит. Кришна, он чудесен, он может делать все. Он должен был умереть в чреве матери, но не умер. По милости Кришны, он должен был умереть, но не было никого, кто бы мог спасти его, но по милости Кришны он был спасен. И этот царь, который должен быть умереть во чреве матери, он спасен Кришной. И теперь сами сын Самика Муни, он разгневался и проклял его. Сын Брамана проклял его, что ты через 7 дней, несомненно, умрешь, я проклинаю тебя. И таким образом, но Парикшит Махарадж, он не беспокоился. Парикшит Махарадж, он был, нисколько не обеспокоился этой новостью. If the cock flying here, cock can fly. In our Vrindavan, во Вриндаване, в Пандавале Кунджи, там какие-то летающие змеи были желтого цвета, но сейчас так как назывались. Они настолько ядовиты, что же запах, от запаха люди умирали, которые чувствовали его. И вот, смотрите, что дальше. Парикшит Махарадж не беспокоился. О том, что он умрет через 7 дней, и поскольку из-за проклятия. Поскольку он начал слушать Харикатху, а кто слушает Харикатху, они никогда не умирают. Нектарная Бхагавад-катха, если вы слушаете, то вопрос смерти снимается с вашей жизни. Если вы слушаете Харикатху, то никаких вопросов смерти в вашей жизни не возникает, такого Сиддханта. И вот смотрите. Калина прабхавет правишто опиха сарватахо явад исо маханурбам абиманнава екарата. He was governing the whole world. Он повелевал всем миром, настолько могущественный царь. И до тех пор Кали не мог никак повлиять на него. Хотя 5 мест было дано Парикшит Махараджу, ему Кали, но Кали боялся, что Парикшит Махараджу там, если что-то сделаю плохого, он убьет меня. Но сейчас, когда этот царь ушел, Парикшит Махараджу ушел, Кали, он обрел много влияния. Смотрите, что происходит во всем мире. Тават калирна прабхавед правишто опиха сарватаха. Though he was giving place, but still, но все же он не мог ничего сделать. Явад исо махаурвам абхиманнавах икарадах. Now the question why и вот вопрос, почему Парикшит Махарадж не убил Кали, поскольку он был Шаранг его Шарабу.
Кусаляньясу сидьянти нетурани кританья. No problem for sadhu, only problem for sadhu. Asadhu, they are always facing problem what to do. То есть Кали для саду Кали не причинял никаких проблем. Тулеям лавен апи насаргам на апнорбхавам. Бхагават санги сангасва матьянам кимудаси саха. What kind of benefit you escape? И какое благо вы ожидаете получить в своей жизни? Саду санги сарву ситхиваи. Great попаде, да, great попаде you can get. Самое великое сокровище с помощью саду санги вы можете обрести. Бхавати, бхавати, бхаварнаве, бхаварнаво тороне нока. Яджакати, сатсанга ки, is the topmost benefit you can get. Сангати река. Яджакати, сангати река. Бхавати, бхаварнаво тороне нока. Саджана сангати река. Саджана сангати река. So you see, и вот смотрите. Лавамату садусанге сарвасити хай. Садусанга, садусанга, сарвасасте хай. Лавамату садусанге сарвасити. Лава мин, if you divide. Лава значит, если вы разделите секунду на 11 частей. И этого промежутка времени более чем достаточно, чтобы осознать величие Верховного Господа, если вы обретете настоящую сатсангу. Сатсанга, она может дать вам силу, с помощью которой можно избавиться от влияния материального мира и достичь лотосных стоп Верховного Господа. Those are material, you know, worldly persons. Those who are staying in the material world. What benefit can be more? Те люди, которые живут в этом материальном мире, разве для них может быть большее благо, чем сатсанга? Даже мгновение сатсанги нельзя сравнить с чем-то еще. Это наивысшее. На сарга. We avoid сарга. Бхагават бхакта сангья. Ко нама триппед расабид катхаям махаттамай канта параянасья нантям гуна нама гунасса джагмур Йогесвараде Бхавападма Мукша Кунам Типпетра Сабит Катхаям Махаттамайкант Параянасья. Can you find one Рашик, who is full of Rasa, who is going to avoid Krishna Katha? Можете ли вы? Кунам Типпет, who can feel total satisfaction by hearing Hari Katha? Баянтуна-витти-пьямо-на, кунна-срока-викраме, жасринна-там-расав-гьянам, саду-саду-паде-паде. Who told? Санагадириси. И вот Шанакадириси сказал эти слова, что чем больше мы слушаем Харикатху, тем больше мы хотим слушать. Это... это признак баджана. Если вы совершаете настоящий баджан, вы будете получать больше и больше вдохновения получать баджан. Если вы не получаете вдохновение, то ваш баджан ложный. Бхаву, Падму, мир Брахма, Санкар, who? Who not?
кто не Брама, Шанкара, все, они наслаждаются Харикатхой Кришны, о Кришне, но они не чувствуют полного удовлетворения. И вот Харикатха, кто слушает ее? Парикшит Махарадж. Танно бхавана вай бхагавад прадхано Махаттамайканта параяносья Хари рударам чаритам вишудьям Суссу шатангану битано тубидьян. Вечерин, you see, you can remember that Танну бхавана вай бхагавад прадхано Махаттамайканта параяносья Харир ударам чаритам вишудьям суссу шатам но витонот видьям. Among us you are the topmost. И вот среди нас ты лучший из слуг Господа. And under the guidance of those topmost, you know, bhakta, руководством бхакт преданных. Харир удар, хари катха, удар. Very nice Italian katha, Vishuddha Chaitanya Madhindiko. You glorify, we want to hear. Мы хотим слышать о славе. And you can remember. И вы можете вспомнить. You can remember. Собой Махабхагавато Парикхидо Джинапа Баргакхом Адабра Будхи Гянина Вайя Саки Шабдитена Бхеде Хаджандра Дхаджапада Мулам. Attention to the speech. If I don't explain, only speak this slogan, it is also. Слушайте внимательно. Собой Махабхагаватаха Парикшит Джинапа Баргакхя Адабра Будхи Гянина Вайя Саки Шабдитена Бхеде Хаджандра Дхаджапада Мулам. Хагендра Дхаджапада Мулам. Хагендра Хага. Хага mean? The topmost bird, Guru. Nobody can understand. So, so poor knowledge. You don't know. You see, Хагендра Дхаджапада Мулам. Krishna who is arranging the Хага Дхадж, that means in a Pataka flag. At Krishna. So Parikshit Maharaj was sent to the lotus feet of Krishna by Vyasaki, Shukadev Goswami. What more we can expect? Shukadeva. So Mahabhagavataha Parikshit Jenapa Bargaksham Madhabra Buddhi Gyanena Vyasaki Sabditena Bheje Ghajan Khagendra Bhajapada Moolam. So now we are very interested. We can stay here. We are going to stay here. Because we have the chance to hear Bhagavad Katha here, because Mahabhagavad here, and he is there, totally Krishna is there near and dear one. So somehow Krishna can arrange something, we are going to get benefit here. И вот эти Риши Муни, они когда узнали, что Шукадев приходит, чтобы спасти Парикшит Махараджа, они чувствовали, что Кришна это все организует, поскольку Панча Пандава и все их династия, Кришна любит их, несомненно, сделает что-то хорошее для него. И поэтому эти саду, они решили оставаться и ждать, что произойдет. They took decision to stay there till Parikshit Maharaj is going to leave his body. И вот они решили быть там до тех пор, пока Парикшит Махарадж не оставит свое тело. Они решили, что мы не оставим это место, поскольку, несомненно, мы обретем какое-то благо здесь. Они знают прошлое, настоящее, будущее. И вот Сутадев Госвами из своего смирения, он говорит нам, Aho vayam janma bhrta adhasmo
Бриддану бритва випило мажатаха доскулям адхим видунот сеграм махаттаманам обхидан йога ахам ахобаям джанма врито аддхасмо бриддану бритва випило мажатаха уя било мажатаха било мажатаха low caste. Мы из низкой касты. Анулом и Билом. Если отец брахман, а мать кшатрия, из кшатрии, это анулом, а Билом наоборот. То есть они, как сказать, ну, очень плохо, если так происходит. Доскулядхим бидунут сикрам махаттаманам обхидан йога. Those are topmost sages. I don't know why мудрецы, я не знаю, почему они выражают столько почтения. Я очень удачлив, хотя я родился в очень низкой касте, но так много почета откуда и зачем? Too much honor. You are, we are waiting, so I forget all pain that I took birth in low caste. I forget. I cannot remember. Aho bayam janma vrito advahasmo vridhyanu vritta vipilom yataha doskulyadhim in mana dus. I took birth in low family. Я родился в низкой семье. You know, this could those could add him, and there's some bad thing, so I go out of it. So this way you see. So this way you see where I am going out of all problem, you see. So this way, you know, we are, you know, getting full honor from you all, Sadhu Samaj. Now Sutadev Goswami is speaking. И вот Сута говорит. 8:30. Now Sutadev Goswami is speaking. That Harikatha can purify whole universe. Он говорит, что эта Харикатха может очистить все вселенные. And how? И как? Parikshit Maharaj got this kind of caste. Parikshit Maharaj, он был проклят, поскольку это практически невозможно для него получить проклятие. Он великий царь Махабхагавата, как его прокляли? Now this way, Sutadev Goswami explains. И вот Сутадев объясняет. One day, однажды Парикшит Махарадж, он был на охоте, поскольку те кшатрия, у них есть право охотиться, практиковаться. Это в Писаниях описывается, и вот он отправился в лес. И после этого Парикшит Махарадж, он очень... Он страдал от жажды, от голода, и он не знал, куда же пойти. И он решил зайти в Баджан-Кутир, Сами Кмуни. И вот только он зашел в Баджан-Кутир, но никого не было, и, а Риши был в медитации. Он не мог понять, что кто-то зашел. Он находился в глубокой медитации, совершал баджан. И он начал звать его «О Риши», и он не отвечал ему. И он подумал, может, он шутит со мной, он лицемер. И вот он как где-то нашел мертвую змею и взял ее стрелой и надел на шею как украшение этому Риши. И после этого он был
и ушел. Но там мальчик какой-то играл, он рассказал сыну этого Риша, что смотри, тут какой-то царь приходил, он оскорбил твоего отца, как оскорбил. Он мертвую змею надел на шею твоего отца. Что, правда? Он начал возмущаться, плакать, и пришел. И вот его отец Самик Муни. Он был обеспокоен этим, открыл глаза, почему ты плачешь? И он начал рассказывать, что случилось. И я проклял того царя, кто пришел здесь, сюда, оскорбить тебя. И этот Риши был недоволен, почему ты проклял его? Этот царь, он очень уважаемый. Он очень мудрый. Может, он совершил какую-то ошибку, но не нужно проклинать его за это. Он очень набожный человек. Почему ты проклял? И что же делать? О Господь, о Верховный Господь, мой сын, прости его, пожалуйста. Он просто, мой сын, ничего не знает о том, что делать, а что не делать. О Верховный Господь, прости меня и его. И вот Сиддханта какова в этом, слушайте. Я объяснил, но сейчас я буду читать, потом еще дополню. Мригану анугатаха срантиха кудито тришито вришам Джадасайам ачакшанаха Прабивеша тадастрамам дадасо манимасинам Сантьям нимилито лоджанам Арбипро кирно джатас чаньям Роуру бена джинена ча Бишишата талу рудакам Татха Абхута Маяя Маячата. He was so much thirsty. He's asking someone. He went for, you know, hunter. Он был очень hunting there in forest. Голоден и терпел жажду. И страдал от жажды, точнее. И он искал какой-то водоем, и он вынужден был войти в башенку тир Самика Муни. Этот Муни находился в медитации с закрытыми глазами, не ответил ничего, хотя царь неоднократно просил его, но Муни не ответил, и он разгневался. И здесь также описывается, что что я царь, я пришел сюда, он не выражает мне почтения, как это? И он подумал, что я оскорблен. И после этого Сиддханта, очень важное, слушайте. И после этого, как он почувствовал себя оскорбленным, то Yeah, it is very nice, Siddhanta Rishi. In his whole life, за всю свою жизнь
Не было ни единого примера, как тогда. Поскольку описывается, что он Махабхагавата. Очень внимательно слушайте, и вот 18-я часть, 29-я шлока. Первое. Он Махабхагавата. И признаки Махабхагаваты каковы? Махабхагавата никогда не чувствует себя оскорбленным. Махабхагавата никогда не беспокоится. И поэтому описывается, что Парикшит Махарадж всю свою жизнь он не чувствовал такой жажды, такого голода, поскольку он Махабхагавата. И как это? Как это чувствует себя таким беспокойным? И поэтому он разгневался и надел мертвую змею на голову Самикмуни. И Сиддханта следует из этого, что кто-то говорит. Первое. Слушайте внимательно. Почему Парикшит Махарадж ошибся? Совершил оскорбление этому саду. Как это возможно для него? Кто-то объясняет, что Махарадж, Парикшит Махарадж пять мест Декали разрешил. Вот одно из вариантов, это не я говорю, просто есть такое мнение. Оно неправильное, но оно есть. Вот Парикшит Махарадж дал пять мест Декали, а одно из пяти мест это золото. И Парикшит Махарадж, у него была корона из золота. И поэтому Кали, он был в этом золоте, и под его влиянием он совершил ошибку. Но это ложное заключение, ложное мнение. И те, кто тут объясняют, они в заблуждении находятся. Почему? Внешне выглядит это хорошо, но нет, это не так. Первое. Вы знаете, что согласно шастрам, где Кришна, там не может быть майя. Кали – это тоже майя, иллюзия. Как это возможно, как Кали может там находиться, и это корона? Теоретически, то есть Парикшит Махарадж, он получил эту корону от Юдхиштхира Махараджа, а эту корону сам Кришна во время Раджасу Яги предложил ему. Во время Раджасу Яги Юдхиштхира Махараджа сделали императором всего мира, и сам Кришна даровал ему корону. То есть эта Кришна, эта корона, она была благословлена Кришной, сам Кришна прикасался к ней, и как она может быть под влиянием Кали тогда? А какова же настоящая Сиддханта? То есть версия с Кали короной, она неправильная. И вот по воле Кришны Парикшит Махарадж он смог развить непривязанность к этому материальному миру, и также Кришна хотел проповедовать Бхагавад-катху по всей вселенной через Парикшита и Шукадева, это главное. Кришна, он хотел сделать все так, чтобы он So that we can get this facility, so that you can think over and again. Oh, Parikshit Maharaj is so great.
чтобы была возможность слушать Харикатху. И вот таким образом, слушая Харикатху от Шукадева Госвами Парикшит Махараджа, он стал достиг успеха и освободился от всех проклятий и от самой смерти. И вот смотрите, такая ситуация, она никогда не возникала в жизни Парикшит Махараджа. Это первый раз случилось. И вот внезапно, по милости Кришны, я чувствовал голод и жажду, и после этого он, ну, человек злой, голодный, он злой обычно, и вот он взял и своей стрелой надел эту змею на шею Муни. И после этого Риши очень разгневался. О, мой сын, ты совершил ошибку. Это плохо, твой царь. Этот царь, он с династии Панчапандов, ты не должен этого делать. И такую великую ошибку ты совершил, как ты проклял его на смерть. И это очень плохо. Этот сын Брахмана был очень... Этот мальчик, сын Брахмана, говорил, что эти кшатри, которые даже не имеют права есть в доме брахманов, они должны сидеть где-то там за воротами. А он смог зайти в дом еще и оскорбить моего отца, и я его за это проклинаю, что он умрет через 7 дней. И после этого этот царь, он узнал от какого-то посланника, что сын Самек Муни проклял его, и что через 7 дней ты умрешь, и поэтому сделай что-то, чтобы обрести максимальное благо за это время. И вот Парикшит Махарадж сразу оставил все, и не теряя ни секунды, и пошел на берег Ганги в Шукартале и начал ждать, кто может принести мне благо. В то время как Самик Муни очень извинялся, те саду, если они, кто-то ведет плохо себя с ним, они не проклинают их все равно. Nasso tat prati kurvanti tat bhaktya prabhavopi. One devotee is very powerful. He can be cursed. Вот один преданный, они очень могущественны. Они могут проклясть вас, но они не проклинают. Они не хотят никого оскорблять и причинять беспокойство. О, мой Господь! И таким образом мой сын ошибся. О, Верховный Господь, прошу Тебя, прости меня и моего сына. Он очень мал. И после этого, когда Парикшит Махарадж сел на асану на берегу Ганги в Шукартале, и автоматически все риши муни, они узнали об этом, что Парикшит Махарадж там, и пойдемте к нему. А как они узнали об этом? Не было ни телефонов, ни ничего. Но как-то они узнали, и все пришли в то место. Махануба Мунайо Сасиша
Праино Тирдхави Гамападешай Саям Хи Тирдхани Панан Пунанти Сантиха Татропаджагмур Бхаванам Пунана Маханубхава Мунайо Сасишча Праино Тирдхави Гамападешай Саям Хи Тирдхани Пунанти Сантиха. Эти мудрецы, они святые люди, они идут в места паломничества, чтобы опять зарядить эти святые места святостью. И также эти места паломничества, они постепенно истощаются, а саду приходят к ним, чтобы зарядить их заново. И вот те мудрецы, они могут очистить весь мир. И они все со своими учениками, они пришли в Сукарталу, поскольку они чувствовали, что скоро будет Харикатха. А даже праздник Харикатхи, однажды Гаур-Кишода с Бабаджи Махарадж пошел на противоположный берег реки, и там жили Сахаджи, и он приглашал всех на праздник, на пир. И вот они пришли со всеми своими учениками и смотрят, они ничего не готовят, ни запаха нет, только Харикатха идет. Что это? Они смотрят, где тут Кичрипури и прочее. Только Харикатха час. И вот когда Харикатха закончилась, Гаур-Кишода с Бабаджи Махарадж какие-то маленькие сладости раздают, а его спрашивают, и сказал, что праздник будешь праздник, а он сказал, что вот Харикатха это настоящий праздник. Кто-то говорит о Бабаджи Махарадж завтра. Джанмаштами начинается. И Гаур-Кишода с Бабаджи Махарадж говорит, для нас мы очень бедны. Если мы совершаем Харинам Санкиртан весь день, для нас это пир. Никаких сладостей и прочего, только Харикатха. Это наш настоящий пир. И сегодня мы таким образом можем выразить свое почтение Кришне и говорится. Праина тирдхави камападешай саям хи тирдхани пунанти сантиха атрир васишта чавана сарад бандаришта немир бригуранги расча парасаргади суто ато рама укатто индра прамадо субаху Медхати Тирдивалу Аришта Сейна Бхарадраджо Гаутамаха Пиппаладаха Майтрея Урва Кавасаха Кунджа Кумба Джонира Дайпаяно Бхагаван Нарадасча Анне Ча Деварши Махарси Варья Раджарси Варья Урнадаясча Нана Рисир Праваран Саметан Абхатар Абхарчо Раджа Сираса Бабанди. Very nice. All Риши Муни, they are coming. И вот все Риши Муни, они пришли. Великие Риши, вот Махарадж их перечисляет. Они все пришли со всем своим окружением. Раджубачо, Раджа, out of his humble attitude now, crying and speaking, Aho vayam dhanyatamane panam, mahattamano nugroho niyasila, rakyam kulam brahmano pada sochat, aradvisrishtam batugarhakaram. But we are purified here, very pure. Because those who are not brahman,
Брахманы и Риши, та вода, которая омыла их стопы, она очень могущественна. Те великие саду, великие святые, они благословили нас, мы самые удачливые. И сегодня я очень счастлив, что я получил это проклятие. Почему? Нирведа мула значит, я могу развить непривязанность. И поэтому отречение, и царь говорит, я очень счастлив, иначе как отречение я могу развить. Нирведа муло диджасапа рупо, ятро прасакта бхайамасу дхатте. And now I have the chance to сейчас у меня есть возможность слушать харикатху, думать о лотосных стопах Все Кришны и кто, где эта змея, которая убьет меня, пускай приходит. Я приглашаю ее, она может прийти и укусить и убить меня, поскольку я буду воспевать славу Кришны. Dasatu alam, very nicely he can, that snake can bite me. I don't care. Dasatu alam, gaya to Krishna gata. Gaya to mean continuously when we are singing and giving Gaya to значит непрерывно, если мы слушаем и воспеваем славу Кришны. Да, я хочу умереть в этом состоянии, я не чувствую никаких проблем. Я не беспокоюсь. I am not at all nervous. Эти риши-муни, они приняли решение, что мы будем находиться здесь, поскольку этот царь, он очень набожный, он и Кришна, он любит их всех. Ясати аям бхагават прадхана. Аварвача бхагават прадхана. Again speaking. И опять говорится. Бхагават прадхан, so long he is staying here, till his death, till his living body. И вот мы будем здесь находиться до того момента, пока он не оставит тело. И это очень великая возможность. Асмаи ату калеварам джавадасоу бихаю. И после того, как он оставит это тело, куда же уйдет этот царь? Он уйдет туда, где нет никаких беспокойств, никакой боли, в тот высший мир. И Парикшит Махараджу начали советовать, что сейчас у тебя осталось всего 7 дней, лучше делай то или все. Другой риши советовал третье. То есть не было риши, который бы, у которого не было бы отличия от другого риши. Dharmasya tattam nihitam guhayam mahayano yeno gatusa panthya. So better we consented on the lotus feet of our Mahayana Bhaktivinoda Thakur. И поэтому лучше сконцентрироваться и следовать учению наших Махаджан Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Зачем вы бегаете туда-сюда по разным местам, вы потеряете все. И поэтому, по милости Верховного Господа Кришны, Парикшит Махараджа, Шукадев, он пришел в это место, он был без одежды. И вот он пришел. И вы должны слушать объяснение превосходное, но слушайте суть. Вот описывается там, все сидели там, риши-муни.
И внезапно И вот хотя он был без одежды, но все равно был прекрасен. И вдруг мы нашли, что когда Госвами пришел, он сын Вьясы. Кто пригласил его? Никто не приглашал. Он получил вдохновение внутри сердца и пришел. Поскольку Видура, он уже сказал, что сказал Юдхиштхир перед Видурой, сказал. Bhavadvida Bhagavataha Tirthi Bhuta Sayam Prabhu. In front of Viduji Maharaj, when Vidura, когда Видура закончил свое паломничество по различным святым местам, Юдхиштхир Махарадж сказал, ты хочешь, идешь по святым местам, ты сам место паломничества, ты святой. В любое место, куда бы вы ни пошли, куда бы ты ни пошел, это место становится местом паломничества, поскольку ты свят, ты осветишь его. He has no не было связи с этим материальным миром, он полностью беспристрастен, он полностью самоудовлетворен, и никто не мог понять, кто он. И вот я могу говорить, слушайте. Татра бхавад бхагаван вяса путро ядричая гам атмано на пикшо алакша линга нижалава тушто бритасча бали равадута виша твам дашта варшам сукумар падо карору бауансо капор гатрам чарвая такша уннас улласат Туллякарно субранадам камбу суджату кантам твам дашту варсам сукумар пад каруру вахавансо капура гатрам. His forehead, cheek so nice, just like Krishna. Он был настолько прекрасен, подобен Кришне, ему было два раза по 8 лет, 16. Аштавашам значит 2 умножить 8 по 2 раза значит 16. Он был прекрасен, он сиял. И те, кто видел его, они восхищались им. Он был подобен Кришне, подобно Кришне. Нигуда джоктам притутунда ватсасам Авартанавим баригвадбударанча Дигамбарам бхакто викирна кешам Прадамбадахам самараттамахам Нигуда джоктам
Титутуннавакшишам аватанабхимбалигалбударанча дигамбарам вакро викирнакешам прадамбахам самараттамаham шьямам садапиббабайоангалакша стринам манангуручирасмитена праттустхитасте манайо сасанебхьосталлакшанагья упи гуроварчаса. They are secret personality, nobody can know. But still, и никто не мог узнать, кто он. Но он подобен огню, если огонь покрыт пеплом. То есть огонь как бы не видно, но жар исходит от него, его тяжело скрыть. Его цвет тела был подобен цвету тела Кришны. Пибо значит... Сьямам сада пиббо вайонга лакша стринам манагуру чирасмитена. Any woman looking at любая женщина, смотрящая на Шукадева, она привлекалась его красотой, настолько прекрасен он был. Риши и Муни, когда они увидели, они все встали. С какой-то мальчик 16 лет пришел, почему вы все встали под его влиянием, его силы, они чувствовали, какая энергия исходит из него. Все Риши, все Муни, даже его отец Ясадева, он стал, чтобы выразить ему свое почтение Шукадеву Госвами. Хотя его личность, она была скрыта, но те мудрецы, у них было ясное видение, они увидели его могущество, его великолепие, его знания. И они встали, чтобы выразить ему свое почтение. И Парикшит Махарадж начал плакать от счастья, что я очень удачлив. И он принес свои поклоны лотосным стопам Шукадева Госвами. И тогда он начал воспевать его славу, плача. Слезы катились из его глаз, но он говорил: You all are one pilgrimage, Digby. You all coming to be a best of Kipamni. I'm very lucky. Jesam Sansmaranat Pungsam. Jesam Sansmaranat Pungsam. Sadhyo Suddhanti Vairiha. Kim Punardarsano Sparso Padu Saucha Sanadivi. What to speak? Что говорить о том, что вы великие святые, вы сами очищаете любые места, вы все вместе со своим окружением, вы пришли сюда и все осветилось, и вы все пришли благословить меня. И вот он предложил, омыл его стопы водой, предложил благовония, провел пуджу и посадил на асану. His devotee, we can touch him, his lotus feet, we can become pure. Oh, you can, we can see a pure если мы прикасаемся к чистому преданному, мы очищаемся. Или если видим чистого преданного, мы тоже очищаемся. Даршано спарша пада саучаса нандивихи.
И вот Парикшит Махарадж получил великую возможность. Парикшит Махарадж, он говорит, у меня есть возможность получить наивысшее благо. И вот я скоро умру. И для того, кто на пороге смерти, какое же наивысшее благо для него? Можешь ли ты сказать, какой баджан нужно совершать, чтобы обрести высшее благо? И вот завтра я продолжу объяснять эту шлоку и вторую песню начнем. Purushasya hayat karyam mriyamanasya sarvata ato prishyami samsiddhim yoginam param gurum purushasya hayat karyam mriyamanasya sarvata. This way, Parikshit Maharaj give full submission, showing full submission unto the lotus feet of Parikshit Maharaj. This book I can explain tomorrow. Together with that, I can start second canto, second chapters, second canto, first chapter and first loka. So that Gurudev also singing the glories of Shisha. Bariyane sote krishno krito loka hitam nipo atma vidha sanamata ho pumsam satavya adi suya paraha. Банчака Бхагаваси Кипасин Дальча Патитанам Таванитхио Ваштаребхя Намамма. So, when I started today, I speak, you see, but so, Krishna is all attractive. Varaha Gira Vrigamada Tirotam Purnala Kandatam Panjacham Kandu Panjacham. This book. Вот Махарадж начал говорить, он произнес шлоку о том, что Кришна все привлекающий. Вы должны помнить ее. Есть две шлоки, Махарадж вторую произнес, вторая из другого места, Санатан Госвами написал ее. Индараннам Сападараманам Чавиша Адхита Гирти. А? Банчавра Путарас.